еще другой проект. У меня есть еще другой. Скажите сначала, да, про проект, а потом уже. У меня есть еще один проект. А, да, вот это. У меня есть еще один проект, он связан, в принципе, этим проектом можно убить сразу двух зайцев. Можно объявить конкурс, то есть конкурс будет творческий, по нескольким номинациям. Среди студентов, возможно, абитуриентов, которые хотят попасть на режиссерский факультет, и также люди, которые уже, в принципе, зрелого возраста, у кого есть, может быть, какая-то интересная жизненная история, но реальная, только реальная. Или же также можно объявить такую номинацию, как «Жизненный путь человека, который добился, в конце концов, успеха, но, в принципе, условия были неблагоприятны изначально». Вот. И такие истории могут вдохновить кого-то. И вот затем по сюжету данного фильма можно... по сюжетам данных историй можно снять фильм. И журнал «Караван истории». И биография. А телевизионный проект какой-то или журнал? Телевизионный, тогда так она кушала. Ну, давай. Так, ну что, давайте танцевать. У вас же еще какой-то. Ваша основная часть другая. Да, я открываю бизнес. Хороший проект. Может, они будут сейчас. Вот там написано. Так, просто вы напомните, но там очень много. Хорошо, спасибо.